Сумма контракта в военно-технической сфере между Москвой и Пекином за год достигла 3 миллиардов долларов. Об успешном сотрудничестве двух стран сегодня Сергей Шойгу говорил со своим китайским коллегой. Встреча прошла в Пекине. Одна из главных тем – совместное противодействие современным вызовам и угрозам. На фоне политической нестабильности в мире важно, что Россия и Китай демонстрируют готовность защищать мир и укреплять международную безопасность. Отмечу, что двустороннее военное сотрудничество не направлено против других государств и несет им угрозы, а способствует укреплению мира и стабильности на евразийском континенте и за его пределами. Также особое внимание уделили совместным мероприятиям боевой подготовки и проведению на территории Китая нескольких конкурсов армейских международных игр 2017.